Ну чего, братаны? Не-не-не-не-не. Шука, Микс. Не-не-не-не-не. Здравствуй. Что-то ты в жизни... Здравствуй, здравствуй, братан. Что-то в жизни ты так не делал. Тихушкин, правда, в жизни. Братан, ну... Братан, в жизни Тихушкин. Все-все. В интернете Магомедович, сам понимаешь. Все-все. Братан, не сильно отвлекать будем от защиты ДМки. Да слушай, урод, нет. Магомедович, а хочешь, тебе песню покажу? Давай, слушай. АСМР хочешь, Магомедович? Хочу, хочу, давай, хочу. Не-не-не, давай, давай громче. Да, громче, громче кушай. Извините, я не чавкал. Чё, Нельсон, как утренние дела прошли, слушай? Думаешь, я забыл? Нет, я не забыл. Я всё проспал. Да, чувак. Не такие уж важные дела, значит, я не пошёл. Реально. Давай, чё здесь, пир устроим, пообщаемся по душам, слушай. Ну, давай, Магомедович. Скоро с Магомедовичем будем руки жать в реальной жизни. Какого Срежу? Числа вообще пролетаешь? Да. МСК? Седьмого. Ой-ой-ой. Газа? Ну, нормально. А мы вот этого... Measure Pride Clan позовём, нет? Саня Куки. Кейв Квикли? Не-не, надо. Позовём, конечно, позовём. Подзателей ему надаём. А Матюху вообще позовёте? А кто традиции ставил под ателей? Напомнишь мне? Я хочу, чтобы Магомедович мне давал под ателей. Камиль, повторишь за все слова, которые он говорил в Дискорде? Слушай, один кружочек точно будет. Слушай, ну я знаю, что он будет сразу только говорить сразу. Да это все были шутки. Ну что вы, парни, начинаете? Я знаю уже эти его фокусы. Ты на это не ведись. А знаете что, парни, я ему сегодня говорю, Сашенька, вот так ему говорю, Сашенька. А мы забыл Сашенька тобой разок. Подожди, можешь так еще раз? Сашенька, вот так? Он говорит, Сашенька, вот так он говорит. Я говорю, Сашенька, мы в клубе с тобой хоть раз поцелуемся, когда увидимся. Он говорит, нет, ты что, Нерс, я не такой. Вот так Саня говорит. А как в Дискорде он 15 минут сидел, смотрел. На Песлу. А что он в Дискорде туда смотрел? Расскажи нам. Тише, парни, без осуждающего. Слушай, а вот этот сериал тебе вообще понравился? То, что он включал там про двух мужиков, которые... Очень классно. Мне было, кажется, по-моему, понравился всем. Ему третья серия больше всего понравилась, правильно понимаю, чуваки? Там, где два мужика целовались, да? Да, вот это вот моя любимая сцена была, если честно. К сожалению, главное, я такого не увидел. Ничего, самое не главное, видели, что он смотрел и не проматывал. Ну, то есть, смотрел, знаешь... Камиль, может мы это повторим Москву? Да-да. Слушай, я думаю, процесс можно. Процесс, который был... Реально. А вот это вот еще... Классная шляпка. Не хочется ехать в Бейку. Бейп, вот этот вот. Бейп. Бейп кокобой? Энджойер. Бейп энджойер. А может уж Сайку позовем, чё? Или вот еще парень есть один интересный. И буду его имя называть, так скажем. Да, я понял. Король Буткемпа, подожди, король Буткемпа, подожди. Слушай, я думаю... Король Будки будет с нами? Да, слушай, не знаю, сможет ли он выйти, потому что... Когда я ему предлагал, он занят был. Про Дилдобека? Вы про Дилдобека говорите сейчас? Нет, мы говорим про Чумавай. Я бы хотел с Чумавай погулять. Интересно. Понятно. Еще одна там есть, но ее не будут называть, конечно. Химкал Пойнт можно завалиться, вообще заведение хорошее. Находится в депо. Слышали о таком? Да, Химкал Пойнт, это найс. Бывал там, как однажды. Бывал. Мне понравилось.
Слушай, а думаешь, парень в маске будет с нами или нет? Думаю, он тоже нам нужен. Нужен, он ЖБ нужен, чувак. Слушай, так душевно сидим. Ну вообще, блин. Еще на Лусана, ты на что оттуда? Нелсон, по-моему, АФК встал. Парниша отошел. Мне вот Рика мне вообще понравился, очень душевный. Настоящий бихинчи, я бы сказал. Рика, ну, можно вместе с ним попробовать. На 3 дня я газон. А в Алматы билет берешь? Ой-ой-ой. В Алматы билет дорогой. Сколько? 30 минимум. Слушай, а вот смотри, становишься лучшим игроком месяца, аккаунт как раз за 30. Ну, слушай. Так нужно же еще и нужно же еще на такие рыбы пушки отсыпать. Все. Ну, слушай, тогда нужно все будет, но не сразу. Ой, спать. Что тогда нужно? Тогда нужно лутать турниры, слушай. Ну ты Аладдин, подышать давай. Всем уже что-то прижал, парня. Даю как могу, брат. Okay. Так вот Нельсон и наклянчил на билет у сервиса. Вообще красавчик. Да он ушел. Ну ладно, что-то вообще не потеряно. Че, Иван, такой вопрос в чате, а коды-то будут, нет? Такой вопросик поступил. Коды уже вроде бы, да. Коды будут, уголек, братанчик. Сегодня не будет. Слушай, может на открытие арены съездим? Там вот красно-белые играют обычно. Вообще матчи интересные бывают. Что думаешь? Заканчиваем. Ну я думаю. Нет, почему? Я думаю, можно посмотреть. А я вот хочу по Красной площади погулять. По Красной площади? Ну, вообще можно. Погуляешь со мной за ручку? Конечно. Я жду селфи на Красной площади. А мы Чебойчика возьмем с собой? Я с Камилем это селфи еще не соберем. Мальчика с Дайвинчика надо. Давай вот повторим видео, если ее льет, я спасибо. Почти отношения, спасибо. А вот это, а пусибой есть? Вот это еще мальчик в кепке танцевал, видел как красиво? Вот пусть бой будет как раз ты, а вот этот вот черненький, это я вот. Как не черненький. Человек. Не говори так, ас уже, да. Ас, да. Темненький мальчик, брюнет. Я имею в виду брюнет. Ну, брюнет, понимаешь, да? Такой темненький парень. А что, может, мы его втроем погасим, а? Че он расслабляется-то? Да не надо, слушай, не надо. Слушай, заканчивай. Ты щенку заплатил, и что, и просто коляску сыграет, а? Заканчиваем. Не, ладно. А чё вы на калашах-то рубитесь? Чё ты там хихикаешь с тихушками? Чё вы на калашах-то рубитесь? Ответь на вопрос, пожалуйста. Чё вы на калашах-то рубитесь? Не, Сайка, ты посмотрим. Чё? Да не, ничего. Чё, Сайка, подожди. Reloading! Да не, блин. Ну, это Сайка, телеграм. Блиновый закат. Как? Ладно. Сайка, гид, прикинь, Нельсон. The red team doesn't have a lot of time left. Ну не педи, гид за... Ой, Сайка. Гид, приколи, гид, Сайка.
Магомедыч. Нет, нет, вы что, нет, нет, нет. Давайте оставим. Александр, Александр, окей, Кейф Пикли. Александр Тимченко Сергеевич, что сказал. Он мне написал такое сообщение. Я его могу процитировать, конечно. Не надо, не надо. Но я думаю, после этого его на PMPL в Кейф Клан точно не возьмут играть. Тише, тише, заканчиваем. Мы так не делаем.